Дамы и господа, мифы 18-я часть. Прямо на ваших экранах у нас скоро юбилей, так что ждите. И в прошлый раз я говорил, что мы с вами проводим голосование, и победил парень с ником Неучел. Я не знаю, почему вам понравился именно этот миф, но он собрал больше всего голосов. Это странно для меня максимально, но есть одна проблема. Из-за того, что голосование и во ВКонтакте, и в Телеграме, и их нужно разделять, немного сложновато и неудобно. Тем более вы не понимаете, за какой миф вам голосовать, потому что до конца досмотрев, вы попросту можете забыть тот или иной миф. Если у вас есть какая-то крутая альтернатива, где можно проводить крутые голосования, или каким образом можно проводить эти голосования, то напишите мне в комментариях, пожалуйста. Пока что мы пропустим голосование на этом ролике, но потом наверстаем, не переживайте, но уже с новой системой голосования. Надеюсь, вы мне реально поможете. А если вы не знаете, в чем прикол, то вы пишите свои мифы в комментариях, а я их проверяю. Если мифов нету, то лайкайте другие мифы, которые вам понравились в комментариях. Это мне тоже очень помогает. Ставьте лайки, чтобы вышла следующая часть, а мы начинаем. Погнали! Что если горной коте дать эффект слепоты? Будет ли она бить игрока? Понятное дело, уже по классике мы с вами будем призывать не обычную овцу, а кричащую. Есть. Ну и теперь выдаем ей эффект слепоты. Все, частички у нас уже пошли, они черные, значит это тот же самый эффект. Да и в принципе написано, что эта слепота к козе применена. И я выхожу в режим выживания. Ну-ка, ты меня заметишь или же не заметишь? Я просто... Да, все. Она меня прекрасно видит, даже если на ней есть слепота. А вот еще раз, второй раз, да, еще и хорошо мне так откидывает. Так что, да, слепота, к сожалению, не работает на мобах. Мы это уже проверяли на пиленных, возможно, на козы бы это сработало. Оп! Не получится у тебя в этот раз. Если игроку во время торговли с жителем дать или убрать эффект героя деревни, то будут ли цены жителя изменяться в окне торговли? Давайте-ка мы с вами это и проверим. На мне сейчас как раз есть эффект героя деревни 5 уровня. Жители сбрасывают мне всякую дребедень в виде стрел водного дыхания, печенька, потому что, ну как бы, я же их спас, я их герой, поэтому они должны выкидывать мне приколдесные приколдухи. И вот у нас есть фермер. Фермер, подожди, хочу с тобой поторговать. Ну-ка, есть. Хорошо. Свеклу и морковь. Держи морковку, я у тебя покупаю. Все отлично, ты становишься новым уровнем. Так, и все, хорошо. Давайте прямо сейчас с меня снимут эффекты. И вот, убраны все эффекты, смотрите. И я дальше могу торговать с ними по этим же ценам. А если я перезайду по красоте, то, как видите, торги обновятся. И теперь я продаю им все по той же самой цене, по которой бы я продавал без эффекта героя деревни. Как видите, все работает, но только нету такого прям обновления в реал тайме. Нужно сначала прекратить торговлю, а затем опять ее начать, тогда торги обновятся. Что если Неркин будет делать уроки по Майнкрафту? Ребята, кто хочет научиться интересным штукам в Майнкрафте? Совместно с онлайн-школой SkySmart я снял несколько уроков, посмотрев которые, ты узнаешь, как пережить первый день, как правильно строить и многое другое. А главное, абсолютно бесплатно. Когда закончишь с моими уроками, принимай участие в марафоне 90 дней лета. Это крутая возможность отдохнуть от школьных уроков и научиться полезным навыкам. А еще выиграть iPad Air, iPad Mini и AirPods Pro. Регайся на платформе, получай задание, выполняй задание. Чем больше выполнишь, тем выше шанс получить главный приз. Темы не скучные, со школой не связаны. Мои любимые, как придумать себе хобби на лето, как заработать на летних каникулах и учимся не бояться камеры. Ссылка в описании, переходите, регистрируйтесь, развивайтесь и выигрывайте призы. Что, если посмотреть на Эндермена через подзорную трубу в тыкве? Если кто-то вдруг не смотрел прошлую часть, то настоятельно рекомендую посмотреть ее. Не пропускайте. Но на всякий случай напомню, что в прошлый раз мы с вами через подзорную трубу пытались посмотреть на Эндермена и узнать, сагрится он у нас или же нет, и сюрприз, он у нас сагрился. Теперь же давайте попробуем взять вырезанную тыкву и посмотреть на него. Ну, понятное дело, реагировать он у нас не будет, но если я посмотрю через подзорную трубу... Кстати, эффекта нету, посмотрите. То есть я могу вот таким образом смотреть на них и видеть, что происходит. Да, конечно, не совсем удобно, но все же пропадает этот эффектик. Так что пользуйтесь, если, конечно, вам это пригодится. Что если дать жителю эффект героя деревни? Другие жители ему вещи давать будут? Опять мы с вами в деревне, и опять мы с вами как-то будем затрагивать наших жителей, благо в этот раз мы над ними не издеваемся. Мы наоборот хотим помочь им, и поэтому я выдам сразу всем жителям эффект героя деревни и посмотрим, будут ли они выбрасывать друг другу различные предметы. Давайте для начала мы дадим только одному жителю эффект героя деревни, вот он, фермер, и посмотрим, что будет происходить с другими жителями. Но вроде бы как они на него вообще никаким образом не реагируют. Ладно, чтобы ему не было так обидно, я подойду к нему сам и брошу ему блок земли, чтобы ему
и так обидно было. Окей, это не работает. Тогда давайте мы попробуем выдать сразу всем жителям эффект героя деревни. 12 целям мы выдали этот эффект, и... Но они ничего не будут делать, потому что это не работает на них, конечно. Но мы с вами попробовали, вдруг кто-нибудь, кому-нибудь дабы выкинул какой-то блок, но, к сожалению, этого не произошло. Но ничего уж не поделаешь. Что будет, если залезть в вагонетку, а затем запустить эндер-жемчуг? Телепортируемся ли мы с вагонеткой или нет? Сразу скажу по чесноку, что этого я никогда в жизни не делал. То есть у меня не приходилось бросать эндер-жемчуг, когда я находился в вагонетке. Но почему бы сейчас это не исправить? И мы начинаем наше с вами движение, ускоряемся и пытаюсь бросить, ну, наверное, давайте вот туда. Посмотрим, что произойдет. Я полностью на своих двоих ногах. И вагонетка осталась кататься вот там вот вдалеке. Но у меня есть еще одна гениальная идея. А что, если мы сделаем то же самое, только уже верхом на свинье? Телепортируемся мы со свиньей или же нет? Ну-ка, еще раз бросаем, и нет, не получилось. Вагонетка и свинюшка остались кататься по рельсам. Но, к сожалению, это так не работает, и никаким образом мы не сможем телепортироваться. Хотя свинюшка отжигает, а если прям вот в нее как-то попасть, нет, ничего. Загрится ли Эндермен, если посмотреть на него в невидимости? Опять мы с вами в Энди, и в этот раз мы будем докучать Эндерменам, мне кажется. Я вроде бы тоже ни разу в жизни не пытался посмотреть на Эндермена под зельем невидимости, но почему бы в этот раз не попробовать нам тоже? Я опять-таки выдаю себе эффект невидимости, прям выдаю на 999 секунд, и пятый уровень, там неважно какой вообще он есть, и вырубаем частицы. Ну-ка, я в невидимости и смотрю на Эндермена, и он никак не реагирует на меня, этот тоже никак не реагирует, и этот не реагирует, и этот не реагирует, что вообще не будет реагировать? М-да. А, если слишком близко подойти, то будут видеть. Я вспомнил, я когда проходил Майнкрафт, то ли на кошмарной сложности, то ли на какой, я там тоже использовал зелье невидимости. И вот да, там я это испытывал, но слишком близко подходить к эндерменам нельзя, поэтому будьте осторожны. Если сдалека смотрите, ничего не будет. Если прям с очень маленького расстояния, то тогда эндермен загрится и будет видеть даже вас, когда вы под зельем невидимости. Если положить лисе в рот морковь, будет ли свинья бегать за ней? О, да, мне кажется, эта клетка точно сдержит прыжок лисицы, чтобы она отсюда попросту не выпрыгнула и не убежала куда-то в лес. Да, честно скажу, когда я увидел этот миф, я такой, типа, чего? Как вообще такое могло прийти в голову? Но это смешно, это важно, мы должны попробовать. Первым делом давайте мы с вами призовем свинюшку и проверим, идет ли она на мою морковочку. Да, да, нормально, вполне хорошо обращает внимание. Теперь призываем лисицу, и вот она, и сбрасываем ей один предмет. Все получилось, она забрала морковь, и никаким образом свинья на нее не реагирует. Почему ты на нее не реагируешь? Смотри, у нее во рту есть морковь. То, что ты хочешь. Дерись за свою жизнь, чтобы выбраться из этой адской клетки. Ну, в общем, ничего не происходит. Хорошо, держи просто морковку. Будет ли повреждение брони отличаться при получении одного и того же урона без эффекта сопротивления и с эффектом сопротивления первого и пятого уровня? Честно вам признаюсь, это шикарный миф, и мне прям не в моготу его проверить, поэтому я подготовил сразу три отдельных брони. Одну мы будем тестировать без эффекта сопротивления, первый эффект сопротивления и пятый эффект сопротивления. Это имеется в виду про уровни. Первая броня готова к испытаниям, и идем, ставим динамит, поджигаем и прям вот в центр. Мне прям нужно в центр попасть. Мы, понятное дело, были взорваны. И давайте смотреть. Тут аж 13 очков. 13 очков. 13 очков. И 13 очков. Окей, хорошо. Надеюсь, я все правильно посчитал. И выдаем себе эффект сопротивления первого уровня. И делаем то же самое. Запрыгиваем. Бум. Класс. И если мы посмотрим на статистику, то по сути своей погрешность в одну единицу и сопротивление ничего не дало. Ну и теперь последняя броня с сопротивлением пятого уровня. Мы с вами даже выжили, потому что это сопротивление пятого уровня, и то же самое, 13, 13, 13, 13, то есть погрешность, берем и понимаем, что никаким образом сопротивление не влияет на то, как ваша броня разрушается от того или иного урона. Будет ли агрессировать шалкер на козу, если коза быканет? Мы находимся в городе Крае, где находится чудесное создание под названием шалкер, и призываем нашего другана, который... сразу же пошел в разрыв и начал атаковать эндерменов. Это опять-таки кричащая коза. И посмотрим, как она среагирует на шалкера. И вот только что и вторая, и третья, и четвертая, господи.
Ничего не произошло, Шалкер никаким образом не среагировал на них. Они попытались его вынести, но ничего не получилось, у него броня большущая. Господи, перестаньте кричать. И ничего, видите, еще раз даже, ничего не происходит, они попросту ударяются об этот блок. И вот там тоже произошло. Ничего, ничегошеньки. А Шалкеров, кстати, никаким образом не пытаются на них быкануть. Если Крипер убьет стрела скелета, отраженная щитом, выпадет ли пластинка? Это прям шикарно. Мне самому стало это интересно. И давайте мы это попробуем. Посмотрим, будет ли это работать. И нужно так, чтобы он в меня попадал и отбивалась эта стрела прям в Крипера. Хотя давайте проверим, вообще получится ли из такого. Да, все получается. Из такого тоже может выпасть пластинка. И да, получилось, наконец-то, это заняло очень много времени, очень много попыток, но да, если от вашего щита будет отбиваться стрела скелета, то со 100% шансом выпадет пластинка, я один раз проверил, но было так спорно, и во второй раз прям 100% можно выбить такую пластинку, если от вашего щита будет отбиваться стрела скелета, это, блин, круто, у-ху-ху! Я этому рад. Что будет, если возле лошади скелета поставить громоотвод и в него попадет молния? Сработает ли ловушка скелетов? Ну, давайте посмотрим. У нас есть громоотводы, потому что мы на версии 1.17, и у нас есть вот такие крутецкие лошадь-скелет или скелет-лошадь. Короче, вы меня поняли, из которых очень часто может появиться ловушка скелетов, потому что могут появиться 4 всадника. Это довольно распространенная тема, особенно на хардкоре или на тяжелой сложности. Окей, призываем сюда грозу и посмотрим, что же произойдет. Получится ли у нас или не получится? И только что ударило, и еще раз... Это было жестоко. Хорошо, только что у нас произошло сразу 2 попадания молний. В молнии отвод, громоотвод, как это называют, и ничего не произошло. Ловушка не сработала, и лошади попросту умерли. Сработает ли проклятие утраты на вещи, находящиеся в мешке? Как вы могли догадаться, я записываю Майнкрафт на версии 1.17, и поэтому, как бы официально, мешочков пока что в Майнкрафте нету, но при помощи команды мы можем их заполучить, и давайте это проверим. А потом сравним, когда выйдет 1.18. Можно их получить при помощи команды Give, ваш никнейм, и затем Minecraft двоеточие бандл, и мы получаем мешок. Только что я зачаровал все предметы на проклятие утраты, 4 мешочка на всякий случай, чтобы все было по красоте, 4 разных предмета, и давайте же узнаем, сработает ли проклятие утраты в мешочках или же нет. Я прописываю команду /killnerkin и возрождаемся, бежим к нашим мешочкам, где они? Вот они, родимые, ну-ка, и посмотрим. Нет, ничего, все как и было, проклятие утраты не работает, если ваш предмет помещен именно в мешочках. Это, конечно, с одной стороны прикольно, с другой стороны получается чит, но кто его знает, в 1.18 возможно это все исправят. Нападут ли пиглины на тебя, если ты в аду будешь на лошади, которая одета в золотую конскую броню? Вот прямо сейчас я нахожусь в Незере впервые верхом на лошади. Необычный опыт, немного странновато, но хорошо. Пока что на мне золотой нагрудник, чтобы они прямо сейчас на меня не накидывались, и есть золотая конская броня, поэтому мы садимся на лошадь, прямо возле них я закидываю золотую броню. Броню, все есть, отлично. И получается, как бы мне так сделать? Давайте я отойду подальше, сниму свою золотую броню и подъеду к ним на золотой броне. Что, реально? Что, реально? Вы сейчас... Вы чего? Я... Что? Это реально так работает? Я в шоке, если сейчас вот так сделаю. А, блин, прошу прощения, сложность-то мирная была. Окей, хорошо, тогда еще лучше. Ставим легкую и, к сожалению, да, даже так они на меня пытаются сагриться. Но каково было мое, блин, удивление? Я думал, реально, чего? Я даже этого не знал. Хотя было бы прикольно. Ну все, 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 что вы начинаете сразу? Нормально же общались. Будет ли греться лавомерка, если под ней будет котел с лавой? Если вы смотрели полный обзор Minecraft 1.17, то знаете, что у нас появились котлы, которые можно заполнять лавой, и это прям круто. И теперь давайте-ка мы с вами проверим лавомерок. Будут ли они как-то получать урон, согреваться, либо же вообще ничего не будет происходить. Ну-ка, прям вот посерединке, и что, ты никаким образом не пытаешься упасть туда, как-то провалиться сквозь него? Нет, вообще никаким образом. И даже маленькие твои дети не хотят этого делать, серьезно? Нет, к сожалению, это
это не работает. Только что вот один еще упал, и он тепла не получил и никаким образом даже не сгорел, поэтому это немножко странно. Либо это недоработка, либо так и должно быть. Хотя бы маленькие, но они точно могут, вот видите, только что провалился, и только что этот провалился, ничего не происходит, к сожалению. Эх, обидно. Если переименовать зомби биркой, останется ли имя после превращения в утопленника? Продолжаем нашу любимую рубрику, издеваемся над зомби, и у нас есть зомби и бирка. Давайте бирку мы переименуем в зомбика. Те, кто смотрит «Выживание в банке», те прекрасно знают, кто такой зомбик. Ну-ка, все отлично, бирка есть, зомби есть, ждем, когда он перевоплотится в утопленника. Вуаля, и все получилось, серьезно? Что в конечном итоге мы имеем? У нас есть утопленник с именем зомбик, так что да, все работает, можете не переживать за своего зомби. Если с броней на шипы выстрелить вверх из лука, после чего стрела вернется назад, будет ли дополнительный урон? Мне кажется, это можно все охарактеризовать одним термином. Friendly fire, то бишь огонь по своим же. Но хорошо, броня незритва на шипы третьего уровня прям на каждом элементе брони у нас есть разочарование, пусть будет. Я прекрасно понимаю, что нету смысла, но для чистоты эксперимента сойдет. У нас есть также лук, и давайте пробовать. И точно в цель. И... получили мы с вами урон буквально полсердечка, так что проверяем теперь это все в обычной незритовой броне и узнаем, получится у нас получить больше урон из-за того, что мы получаем или же нет. Ну-ка. То же самое, полсердечка, не работают шипы на вас же, если вы получаете от самого же себя урон. Это было бы максимально глупо, но все равно бы проверили. Это гениально. Что если врезаться в границу мира на элитрах, то будет ли урон? Хороший вопрос, и прямо сейчас мы находимся возле границы нашего мира, и гляньте, вот тот самый барьер, в который мы как будто бы должны врезаться. Но не знаю, что будет, я ни разу не врезался. Так что давайте это все вместе сейчас проверим. Летим на элитрах, прям подлетаем и со всей дури пытаемся врезаться или пробиться через барьер, и нет, мы получаем урон. Ну-ка, хорошо, а если мы прям умрем от того, что врезаемся в барьер, будет ли какое-то сообщение о смерти? Нет. Преобразовал кинетическую энергию во внутреннюю. Окей, хорошо, все, вопросов нет. А могли я добавить какое-то пасхальное сообщение не о смерти? Было бы намного круче. Если призвать мародера с изумрудом в руках, будут ли жители предлагать ему товар? Ну что же, нашему разбойнику выдали вот такие чудесные два изумрудика в одну и в другую руку. Как вы знаете, они даже в обычном режиме, если у них нет оружия, никак не пытаются вас атаковать, так что можно себе заполучить мирного разбойника, который, скажем так, перешел на путь праведный. И давайте заспавним нашего крутого чувачка, посмотрим, как произойдет у них... никаким образом они не пытаются подружиться. Он держит перед ними чудесные изумруды, а жители не показывают ему какие-то товары, которые могут получить. Хотя при этом всем у них есть такие товары за изумруды, так что... Но, к сожалению, подружиться они с ним никак не могут. Они хотят, но ничего не получается. Мифы 18-я часть подошла к концу, так что, если вы здесь впервые, обязательно поставьте лайк, пишите свои мифы, лайкайте другие мифы, которые вам понравились, и опровергайте мифы, которые мы уже сами проверяли. А если вы здесь впервые, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. А с вами, как всегда, был я, Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся!